Друзья, всем привет! Приехали убирать подсолнечник кондитерский. Помните, я показывал, который повалило дождем сильно? Он почти весь лежит. Сейчас посмотрим, как комбайн будет его подбирать. Понятно, что он тут его особо не подымет. Лежит весь. Комбайнер, наверное, в шоке. Приехал и не знает, что делать. Здесь сорт СПК. Кондитерский сорт. Поеду на комбайне. Даже от канистры опускается. Так дождем повалило, даже не ветром, а дождем. А здесь же у вас дождик такой прошел, что не дай бог. Нигде нету дождя, у вас здесь как прорва. Сейчас будем смотреть, как тут открывается. Да так еще более-менее. Но оно еще из жатки сыпется хорошо. По-любому там отбивает ее, да? Нет, это жатка другая. Нормально? Она не бьет, она пустая семечка. Она пустая. Угу. Она большая, она пустая. Мне кажется, есть, она пустая. Это жатка специально под семечку? Да.
Она вот, гляньте, видите, лежит весь подсолнух. Просто сбивает его. А как в бункер заглянуть, как залезть туда? Или вы не смотрите? Еще мало семечки, только вот начало. А-а-а. Сейчас он больше пройдет. Она ж не бьет, у меня нету мотовила, как у всех жарко. Позже сниму, покажу, как она там работает. Поближе засниму. Сейчас настроимся. Процесс наладится. Должен стоять. Да.
Вот такой подсолнух, гляньте. На вытянутую руку. Крупный. У него бункер, правда, маленький, но посмотрим, что оно сейчас. Как выглядит семечка. Капельку намотала уже. На вид семечка классная. Сколько сюда в газон лазит? До 4 тонн, 3,8, 3,5. Ну, пшеницы, да? Нет, пшеницы 5,5. Вот именно сюда 5,5 лазит. Ну, а семечки в два раза меньше. Да, нет. Я возил в том году семечку, 4,200 влезло. Серьезно? Я тебе клянусь. Здорово. Привет. Тут и калибровать надо, она уже вся калибрована. Хорошая семечка. Надо сразу ее откалибровать, чтоб. Да, классно. Так что клиента у нас еще нету. Налетай. Говорю, клиента еще нету, пусть налетают. Будет, конечно, немного, потому что здесь у нас всего 6 гектар. Такая пузатая, у нас еще ни в одном году такая не было. Семочка бомба! Потом отдельно сниму видео, сделаю, пропущу на 3,8 или на 4, а потом сделаю, сколько в той семечке будет на 4,5% какой. В общем, кого интересует, следующее видео не пропускайте. Что, он думает, что я не слез? Еще раз. Так, следующая уборка будет кукуруза. Вот хозяин стоит. Скоро уже? Сколько там по прогнозам? Я не знаю, я же первый раз посеял, не скажу. Но она еще зеленая, да? Вот, которая первая, та зашла, она сухается. Я уже думал, на влажность брал. А та зеленая, конечно. Ну ты же будешь все вместе, правильно? Да нет, там, ну а как же? Ну где 20 точек. Ну, еще время есть у нас подумать. Друзья, высыпает вторую машину. Вот убрал он 2,7 гектара. Первую машину высыпал 2700, вот считайте, уже десятка, и вот это сейчас вторую, с 2,7 гектара. Я вам скажу, неплохой результат. Думали, максимум десятка будет из-за того, что повалено много. Вот смотрите, 2700 это уже там по 10 центнеров, и вот это плюс еще. Сколько тут? Сколько тут примерно сейчас? Где-то две, не меньше. Вот
Грубо говоря, 4700, да? С 2,7 гектара. Нормальный урожай еще по сравнению с такими потерями. Понятно, что мусор, ну, амброзия, конечно, тяжелая будет. Ну, все равно, 15 это железно. Если бы стояла вся, семечка вообще, я не знаю, как этот, горох. Точно как горох. Класс. Ну, тут у него немного. Сейчас точно такой кусочек с той стороны. Точный вес будем знать, когда уже откалибруем, провеем. А так, в среднем, 15 это железно, я так думаю. Если убрать мусор. Ну, мусора не сильно много, просто что амброзия такая тяжеловатая. Но она легко откалибруется. Подсолнечник будет чистейший. Все, едем на второй кусочек. Что мне как каскадер пролететь под жаткой? Тут еще наклоны регулируются по ходу. Пока амброзию косим. Здесь может меньше поваленной. Смотрю, вроде бы получше. Убрал человек рядом семечку, здесь у него было 21 гектар, убрал 9 тонн
Вот и считайте урожайность. Ранняя у нас в этом году что-то не очень. И многие косят. 6-7. Убрали мы вчера свою семечку двухрядную. Не буду говорить, какая была урожайность. Видео уже посмотрите. Но сразу скажу, что урожайность не хуже, чем у людей сплошную. Конечно, результат не очень. Но, судя, всегда познается все в сравнении. Как начинаешь сравнивать с людьми, понимаешь, что еще более-менее. Как для двухрядки. Выйдет видео и нашей уборки. Я просто решил раньше выложить это видео. А в воскресенье будет наша уборка. Урожайность тут не рассчитывали получить мы больше 10. Но выходит 15 железно. Очень много лежит, сами видите. Как можно подобрать вот такую семечку? Когда вот шляпки вообще лежат, ну это сбило, наверное, за прошлым разом. Тут надо вручную прицеп и собирать. Ну все, друзья, всем удачи! Уже по кондитерке будет следующее видео, когда я буду калибровать. Покажу, как она будет крупная отдельно. Посмотрим, сколько будет отходов. У нас самый лучший результат был. 70% крупной и 30% отходило мелкой. Но мне здесь, кажется, здесь будет получше результат. Все, всем удачи, до встречи. Только, Вадик, ты ж смотри, чтобы оно так не пошло колесо, не, мало ли. По физике оно не должно, он стоит, видишь, как заплянка. Ну вот это ловится, что надо. О, это нам уже и колесо откручивает, только поднять, чтобы оно в дырку вылезло. Да? Ну так не, поднимать оно все равно хорошо.